Привет! В этом видео я вам расскажу о 3D-книжке «Алиса в стране чудес». Ее иллюстрировала Сочинская-Гопчинская. Это очень известная художница, которая рисует очень маленьких и забавных человечков, похожих на маленьких куколок или ангелочков. Именно из них... Сейчас изделия с изображением человечка в Гопчинской приобрели большой популярности. Это и пеналы, косметички, портфели, сумки и даже зонтики. Ничего не видите. А если взять телефон, зайти в специальное приложение, то вы увидите, как Алиса гоняется за белым кроликом. Итак, для того, чтобы оживить нашу книгу, нужно всего лишь скачать приложение Wonderland R через Android Play Market, а если у вас iPhone, то через App Store. Так, где можно приобрести эту книжку? До 14 января действует акция. За 60 гривен дают одну фишку. Если у вас 10 фишек, то книгу можно приобрести за 99 гривен. Если просто купить, то книга стоит 300 гривен. Да, именно такая музыка оживает в книге, и вместе с ней оживают ее герои – кролик и Алиса. Посмотрите, как все реалистично. Они то появляются, то исчезают, бегают друг за другом. Это как 3D-фильм. Книга не вся живая, а только на тех страницах, где есть специальный значок. В общем, я довольна таким приобретением, и если у вас есть возможность, советую ее тоже приобрести. Подписывайтесь на канал. Всегда ваша Кристина Шик.